В муниципальное транспортное предприятие по ТП-4 приехали новые автобусы. Они проделали своим ходом путь в несколько тысяч километров от места производства до Новосибирска. Первая партия – 7 машин, а всего закуплено 18 автобусов разной вместимости. Все они китайские. Такой выбор в мэрии объяснили тем, что по цене, качеству, условиям обслуживания и гарантийным обязательствам они должны быть выгоднее, чем продукция российских или белорусских заводов. Кроме того, одну машину, как уверяют в муниципалитете, поставщик отдал бесплатно. Уже с января все они будут работать на междугородних и международных маршрутах. По ТП-4 единственное из городских предприятий традиционно специализируется на дальних перевозках. За счет новых машин здесь рассчитывают сохранить пошатнувшееся положение на этом рынке. Это даст, во-первых, устойчивую работу и развитие этого предприятия. То есть это первый шаг в получении, в обновлении новой техники. То есть дальше мы будем обновлять и новые автобусы, в том числе и на внутригородских маршрутах. Но для этого надо, чтобы заработала экономика. Мы вошли, мы взяли кредит серьезный очень. Мы, это муниципалитет, город Новосибирск, для того, чтобы получить эту технику. И надеемся, что она в короткое время окупит себя и даст результаты.